все очень жестко, широкое, хреначится и так далее. Это очень полезно. Так, у вас есть основная нотка, и вы просто плюс 5, плюс 7. Здорово! Сегодня у нас постпанк, сегодня у нас атмосферное звучание, сегодня у нас гитарки, басец, простая драмочка и вокал. Попробуем записать что-то, посмотрим, что из этого получится. Объясню, какие основные жанровые элементы, гитарки, барабанчики, и как свести вокал так, чтобы он сел более-менее нормально, и общий микс, чтобы он казался таким немножко ретрушным и более живым. Будем использовать гитарку, потому что без него будет сложно. Можно и VST, конечно. Также будем еще использовать бас для прописания баса, естественно. Бас будем использовать тоже живой, потому что если все живяк, то будет моментально живяк. В разы. Погнали. Итак, первое, с чего стоит начать, это драмочка и BPM. BPM мы ставим 170, почти как ДНБ. Но это важно для того, чтобы создать немножко танцевальность. Поэтому ставим 174, допустим, и будет, в принципе, окей. Мы выбираем, в принципе, рандомную первую попавшуюся драмку, потому что мы сейчас будем все равно ее перекручивать по-разному. Давайте покажу основу. В принципе, основа панкушная, потому что постпанк. Ту-тыщ, ту-ту-тыщ, ту-тыщ, ту-ту-тыщ. Все то же самое. Все, основа есть, кик-снейр, а также хэтики. В принципе, можно ставить просто подряд, потом уже корректировать, как вам будет лучше заходить. Либо более атмосферный саунд, либо более яркий там и так далее. Можно где-то делать опен-хэты. Вот эта штука делается таким образом. Вот, где немножко за иглу. Для того, чтобы скомпрессить драмочку, можно сделать драм и фулл параллель. Так, она будет немножко ближе и чуть приятнее. Теперь можно перейти к гитарам. Драмка готова в целом. Также из полезных гитар могу посоветовать от Илья Ефимов гитары. Например, телекастер для гитары топ. И аккордами, и хоть как, вы можете все детально настроить. Амплитюб добавляете, все тоже топ. Есть более агрессивные саунды, можете чекнуть. В общем, Илья Ефимов топ. Также страмит акустик, если вы хотите сделать такие переборы на акустике. И каким-то образом их вписать в микс тоже интересно зайдет. Страмит акустик, лучшие акустики с перебором. Также по басу могу посоветовать Ample Bass P. Тоже офигенный такой саунд дает. Офигенно вписывается в микс всегда. Те же самые обработки, даже внутри есть уже какие-то нужные обработки, которые вам помогут. Всякие перегрузы. Близкие саунды, атмосферные и так далее. Итак, суть постпанка. Первое — грусть. Второе — атмосферный саунд. Третье — такие монотонные речи голосом. Четвертое — не обязательно делать идеальный продакшн и свидос. Нужно немножечко сделать грязно, но так, чтобы это вписывалось в микс. Итак, собственно, гитарка. В принципе, тут все довольно-таки просто. Мы играем повер-аккорды. Повер-аккорд — это что? Это аккорды, когда у вас есть одна нотка, одна, например, вот она. И вы добавляете квинту к ней. Плюс 7 полутонов. В FL-ке это выглядит примерно вот так. У вас есть одна нотка, и вы просто плюс 5, плюс 7 полутонов прибавляете. Плюс 7 клавиш, короче, вверх. Вот, и у вас получается... И от любой нотки вы можете брать. И будет окей. Также можно перебором. То есть нижняя-верхняя нотка. VST то же самое. Итак, собственно, вот эти две гитарки у нас. Как я обрабатывал гитары? Следующим образом. У меня есть Amplitube 4. В Clean заходите к Amplitude X. Здесь довольно-таки хорошие обработки именно чистого звука. Не нужно ставить Crunch или Extreme, потому что будет слишком перегрузно. Нам это не нужно. Без обработки вот так. Оно, в принципе, неплохо, но не нужно яркости. Поэтому как раз мы и добавляем Amplitube 4. Jazz Amp офигенно заходит. Очень чистый сигнал такой. Добавлять побольше высоких еще. И немножечко низа убирать. Теперь нужно прописать бас. Бас мы повторяем те же самые нотки, что мы играли. То есть если мы там играли, например, то мы играем вот эту нотку. Вот. И просто повторяем это на басу. Итак, вот наш этот бас. Такой немножко гулкий, но ничего страшного. Мы просто, вот у нас обработка. Звучало вот так, сухой сигнал. Мы делаем обработку. Amplitube 4. Бас, хорус для того, чтобы делать ширину. По спанке часто все очень жестко, широкое, хреначится и так далее. Это очень полезно. Преамп от Arturi V76. То есть вот он в полной мере перегружает. Нам нужен лишь немножко небольшой микс. Вот, в данном случае вот так выглядит. Параллель кранч охрененно заходит. Для баса, для вокала просто топ. Также еще я добавил такой вот переход по гитарке.
просто обыгрывайте тональность. Мелодию можно любую, можно та-д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 а. Итак, после того, как мы это все сделали, осталось записать вокал. Сколько тебе? Сделали очень много дублей, всего получилось у нас вот столько. Мы просто где-то добавляем все такие штучки, и в итоге у нас получается вот таким образом вокал. Как я его обрабатывал? Все довольно-таки просто. Во-первых, нужно сделать, чтобы у вас некоторые были из вокалов лево в правую сторону разведены, чтобы было больше широты. То есть вот, если отдельно послушаем. То есть слева-право, а один по центру. Все вместе. Сначала про гейтером убираю шум, потому что, ну, я записывался вот так на утюг, как говорится. И следующий у меня идет компрессор. По сути, неважно какой, главное, чтобы немножечко сгладить все щелчки. В данном случае я использовал от Артури компрессор VCA. Прокюшка третья, немножко убрал три, потому что у меня сильно лезло. Вот, я ее убрал про динамикой, немножко добавил эсок. PCQ офигенный эквализация, но я тут довольно-таки лайтовые настройки, опять же, немножко эски, но не эс, не вот эти штуки, а именно воздух. Воздух — это выше 12-13 кГц, вот в данном случае 15, он хорошо зашел сюда. Параллель кранч, опять же, то, что я на басу был. Давайте я по очереди буду включать. Вот так был сухой звук. Два, и давайте включать по очереди. Значит, компрессор сначала. Перегруз. Делать ну, чуть насыщеннее вокала и чуть его ближе. Это офигенно. Давайте погромче сделаем. Дилей тейп — офигенная вещь. Тоже от Артури и плагины. Та-да-да-ра-тан. И он немножко повторяется. В данном жанре это очень важно, чтобы был такой быстрый дилей относительно. Процесс 2. Опять же, компрессить и контролить, опять же, вокал. Total control в вокал себе офигенно заходит. Плейт. Охрененно сюда зашел. Большое пространство, такое именно зал, потому что в миксе его не хватало. Опа. В миксе его немножко не хватало. То есть... Давайте послушаем вместе все. Чуть потише сделал, потише, как было в изначале. Вокал как бы вроде и хорошо и звучит, и сочно, но в миксе не вписывается, потому что микс атмосферный, а вокал сухой какой-то. Именно плейт просто сделал так, чтобы он впихнулся в микс. Это охрененно. В данном случае плейт. Учитывайте, что дилей лейрится на этот реверб и делает, по сути, еще шире, еще пространственнее. Это важно. И все идет потом сюда. По сути, здесь главный диэсер. Эсок было очень много. Я люблю эскать. Процессорка третья. Вообще не важно, можно, в принципе, вот так делитнуть. Вальхалла реверб. Небольшую комнату. Dark Vocal Room. Я делаю иногда на общий вокал, для того, чтобы сделать немножко ощущение комнаты. Все. Давайте без мастера. Без мастера гулковато. Как можете заметить, именно барабаны не изменяются никак, гитары не изменяются никак. Бас не изменяется никак, вокал только лишь меняется, и вот. То есть один и тот же риф, по сути. Теперь слушаем вместе с обработкой. Полный трек вы можете послушать в паблике, у меня ссылочка в описании. Значит, кассета первая. Самое важное — это кассета, конечно же, потому что без кассеты все бессмысленно, на самом деле, потому что, по сути, здесь включена только кассета на данный момент. У меня был изначально очень гулкий саунд, и я сделал clean tape для того, чтобы добавить яркости. Но важно, крутите input. Это очень крутая вещь, input. Можно убить микс вот в такие сопли, а можно его никак не затронуть и добавить лишь только приятного шума на фон. Вот это именно стать. Собственно, нам его немного не нужно. Делаем input побольше. Шума становится меньше, но при этом убивается немножко микс. Вам нужно найти баланс между этим. Баланс найти невозможно, всегда получается субъективно. Вот, в данном случае у меня такой примерно баланс подошел больше всего. В зависимости от того, какой включите режим, будет отличаться сигнал. Я хотел более ламповое, поэтому я выбрал Home Clean Tape Preset. Охрененный вариант. Вот, потом заглу. Просто сгладить самые яркие моменты. Сейчас мне кажется, что баса многовато, я чуть поменьше сделаю, чуть побольше буста высоких. Чуть-чуть прям немножечко.
Ну и финально Озон 8. Что я делал в Озоне? Самое главное здесь, конечно же, максимайзер, чтобы делать громкость. И немножечко перегрузил высокие в эксайтере. Все. Все основное эквализация я сделал просто через Master Assistant. Эквализацию он подобрал мне. Таким образом я подумал, ну окей. Чтобы сделать быстрый вариант мастер, вы выбираете CD, Medium, выбираете Next и врубаете свой микс. Вот, он вам сделает мастер примерный. Вот, потом его подкручиваете. Он, в принципе, более-менее нормально ориентируется на частоты. Главное, вокал тоже размывать, потому что без VST-обработок, именно пространственных, дилей и вокалы, ну, это тоже классно, но... 80-е и 90-е такого не было, поэтому всегда был какой-то шум и пространство на фоне. И все, и сразу же чувствуешь холод какой-то от микса. И это то, что нам нужно. Высокие частоты, реверб, именно кассета стоит именно такое. Смесь, то, что нужно для постпанка. Немножко холод, немножечко пространство. Посмотри на себя, улица не считай. Такой получился тречик. Надеюсь, вам понравился. Какие-то интересные фишки из микса вы взяли. Значит, самое главное, простые гитары, перебирайте гитары. Значит, барабанщики простые, в принципе, вы с этого достаточно. Один драм 2 топ. А немножечко сделать комнаты побольше. То есть выбрать пресет, где не будет сильно сухо. Напишите комментарии, что вам еще интересно видеть на этом канале, какие жанры вам интересны для вас разобрать. Поставьте лайк и подписку, если вам видос оказался полезным и интересным. Все, спасибо большое. Также набираю ребят, на кто хочет научиться писать музыку в целом, живую, там, либо киношку, либо биты. Ссылочка в описании. Набор начинается где-то в начале июня. Буду всех очень ждать. Ссылочка в описании. Все, благодарю, обнял. До следующих видосов.